их первый рубль. Сил было много, мозгов, насколько возможно, хватало. Применяли мы ими, пользовались. Соответственно, деньги были соответствующие. Сергей Беляков, руководитель управляющей компании «Вятка Уют». Это по возвращении из детского садика. Пробегал вокруг и смотрел, раньше очень много было бутылок. Можно было отмыть и сдать. То есть мое дело было найти, бабушкино дело было сдать. А сумму мы делили, ну, по добровольному согласию. У нас такая набережная была, где постоянно отдыхал народ. Ну, бутылок по 40, там 2-3 рубля можно было заработать. Вот. А вторую сумму, насколько я помню, мы выходили по трубам отопления теплотрассы на болото, добывали там купальницы, которые как раз в Красной книге Кировской области. И этими купальницами поторговали неплохо. Примерно 5 класс. У нас у одного одноклассника отец работал на стройке. Соответственно, устраивались подсобными рабочими. Рабочий день был 4 часа. Заработок, насколько я помню, был 62 рубля в месяц. При учете того, что пообедать по-хорошему 1, 2, 3 тогда стоило там 35-40 копеек, это, ну, очень серьезные деньги были. С этих денег летних первый стереомагнитофон во дворе. Даже марку помню, электроника 311. Это был первый стереокассетный магнитофон. Хотелось, ни у кого ж не было. Музыки было достаточно немного. Вот то там Donna Summer, я вот помню, было. Высоцкого писали живые концерты, из рук в руки переписывали. Тогда тоже очень удобно было. У всех были магнитофоны большие, катушечные. Прийти со своим магнитофоном, быстро записаться. Там можно за день было по 3-4 человекам пробежаться, чем с этой бандурой там бегать. Этот магнитофон мне послужил лет 15, пока его не оставил в такси. Известные люди Кирова рассказывают о том, как они заработали свой первый рубль.